Приветствую подписчиков и гостей канала Банковский. Сегодня мы разберем, как взять кредит на Киви кошелек. Для того, чтобы взять кредит на Киви кошелек, необходимо зайти в раздел пополнения кошелька в личном кабинете. Да, ну, значит, сначала вы, как обычно, заходите, авторизуетесь, это понятно. Итак, в разделе пополнения кошелька здесь в основном способы, связанные с использованием собственных денег, но есть такой разделчик, да, займом онлайн. Нажимаем на эту кнопочку, и здесь варианты быстрых займов. То есть вы берете небольшой кредит в микрофинансовой организации и пополняете свой кошелек заемными средствами. Сразу скажу, что данный способ использовать нужно только в самом крайнем случае, потому что процентная ставка в микрофинансовых организациях очень большая. Займы хоть на небольшую сумму и на короткий срок, но, как показывает практика, нередко люди попадают в достаточно сложную финансовую ситуацию, проценты растут, а потом вы оплачивать это все дело нечем. Поэтому 100 раз подумайте, прежде чем этим способом воспользоваться. Если вы все продумали, выбираете один из вариантов. Тут есть Moneyman, Zymer, Lime и так далее. То есть много достаточно компаний. Ну, давайте откроем самую первую. Да, нажимаем на кнопку «Получить займ». И нас перебрасывает система на сайт партнера, да, то есть в данном случае здесь нужно будет заполнять заявку и, соответственно, уже получить заем через сайт. И он уже будет зачислен на Киви кошелек. Там просто в разделе зачисление средств нужно будет выбрать Киви кошелек и указать номер телефона без кода, да, то есть без плюс 7. И, соответственно, деньги будут перечислены. Выбор займов здесь богатый. Видите, да, тут и сроки, и суммы прописаны, все, можно нажать кнопочку подробнее и посмотреть, соответственно, более детальную информацию по каждому займу. В принципе, все понятно, но процентная ставка, сами видите, да, то есть 0,9% в день. Если сравнивать с банковским процентом, то да тут и сравнивать нечего, то есть абсолютно несравнимые вещи. Здесь как бы можно оформить через госуслуги заем, в этом случае процент одобрения получается наивысший, да, потому что вы предоставите все исчерпывающие данные. Если по данной теме у вас возникли вопросы дополнительные, пожалуйста, пишите комментарии, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под роликом, жмите на колокольчик, и всего вам хорошего.